Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить шурупу на костре, в казане. Все это будет готовиться с овощами. Овощей будет очень много. Мясо будем использовать свиную лопатку 2,5 килограмма. Разделывать мясо будем на крупные куски. Наливаем в казан 5 литров холодной воды. Воду мы используем родниковую, так как она считается самой лучшей для готовки еды. Объясню сразу, почему так мало воды. Шурпу все готовят по-разному. Кто-то любит густой наваристый бульончик, кто-то любит жидкий бульон. Мы будем готовить с малым количеством воды густой наваристый бульончик. Укладываем мясо. Мясо обязательно укладываем в холодную воду. То есть не надо в теплую, в горячую, в кипящую там чан сразу укладывать. В холодную. Уложили мясо, теперь можно разжигать печь. Начинает нагреваться, закидываем 2 луковицы. Закрываем крышкой, ждем, пока начнет закипать вода. Лук будем нарезать полукольцами. Морковь нарезаем кому как больше нравится. Можно брусочками, можно колечками. Без разницы. Так, как только закипело, начинаем варить на медленном огне. Убираем всю пенку, которая всплыла. Она нам не нужна. Это сгустки крови, белок. После того, как убрали всю лишнюю пенку, закидываем нарезанный лук. Целый лук мы потом достанем в процессе готовки. Все, накрываем крышкой и оставляем на 1,5 часа. Томиться на медленном огне. Ну вот, прошло уже 1,5 часа. Добавляем соль по вкусу. Наш бульон уже приобрел цвет, впитал в себя сок лука, мяса. Убираем целые луковицы, они нам больше не нужны, они выполнили свою функцию. Отдали весь свой сок. Добавляем картофель. Картофель нужно использовать маленького размера, либо картофель разрезанный пополам. Так, теперь можно засыпать морковь. Добавляем перец горошком, примерно 10 штучек, и лавровый лист. 3 листочка достаточно. Добавляем еще соль по вкусу, пробуем.
Нарезаем сельдерей на квадратные кусочки. Добавили сельдерей и оставляем томиться на медленном огне примерно 20 минут. Болгарский перец тоже будем нарезать на квадратные кусочки. Помидор нарезаем крупными частями. Прошло 20 минут, можно добавлять помидоры и сладкий перец. Накрываем крышкой и оставляем томиться еще на 15-20 минут. Ну вот и все, друзья, наша шурпа готова. Бульончик в шурпе получился просто обалденный, ароматный, душистый, наваристый. Все как мы любим. Все, бежим пробовать срочно. Скажи просто супер. Вот так, можешь с большим? Роман. Супер, Василий. Очень вкусно.